Привет, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами продолжаем играть свою игрушку, в которую мы игрались буквально вчера, Space Rouge. И в этой игре нам предстоит исследовать, собственно, галактику на предмет того, что найдем какие-нибудь задания, сможем постражаться. Так, сразу после прыжка вас несколько раз сканирует систему. Месторождение Титаниума. Так, давайте запустим шахтерский дрон. Мне кажется, это стоит сделать, покопать, пошахтерить, коль нам выдается такая возможность. Так, средне много. Давайте отправляем много. Так, что у нас тут есть? О, еще много. И еще много. Ну, мне кажется, мы нашли 10 хороших ресурсов. И мы довольны. 12. Мы можем что-нибудь-то прокачать себе. Давайте, стойте, корабль, по-моему, надо нажать вот так. Корабль системы. Корпус. Корпус за десяточку можем прокачать, сделать его куда более сильным. А давайте реально сделаем корпус третьего уровня, усилим, поскольку у нас все равно есть пробоинки, которые мы не можем залатать. Мы нашли станцию специального техобслуживания, как мне кажется. Давайте в Нетру слетаем, посмотрим, что на Нетре нас ждет. Отлично, мы можем еще запустить один дрон и попытаться просканировать все это чудо. Давайте же попробуем это сделать. Так. Так, много, отлично. Тоже много. Давайте покопаемся везде, где много у нас. Среднего тоже много. И нестабильного мы собираем. Интересно. Все? Мы все сверлили? А, печально, печально. Для нас это... Хотя, не знаю, насколько это сильно для нас печально. Сектора, все, я понял. Давайте Урук посетим. У них сигнал СОС. И мы должны прийти... Так, у нас пожар на борту, разгибните раз отсеки, нельзя слишком много пассажиров. Так, выслать команду для помощи, пристыковаться и забрать пассажиров. Вы доставляете спасенных... Оу, отлично, нас благодарят! Только жертва у нас, конечно. Воин, первый уровень, 135 повреждений, офигеть. Наша команда немножко сократилась... Мы очень сильно потеряли. Ну, благо, капитан выжил. Давайте побурим материалы. Я думаю, найдем тут неплохой титаниум и сможем хотя бы хоть немножечко подлататься, если это вообще возможно. В нашей ситуации довольно нелегкой. Так. Много. И. Еще много. 11. Отлично. Отлично. 13 в общей сложности. Давайте улучшим наш корабль. И еще немножко за 15. Не хватает, но я думаю, что стоит улучшить оружие. Да-да, оружие. И сколько у нас остается? 8. Двигатель. Даже не знаю, что нам надо. Телепорт? Нет. Боевые картриджи, дроны, это нам не надо. Щит за десятку тоже как-то найти. Ну, давайте попробуем двигатель улучшить. Хотя бы с двигателем будем и быстрее, и маневреннее, в моем понимании. Это дает нам куда больше, чем мы просто бы оставили. Ну что, полетели просто исследовать все. Дальше в бедняге просканируем обломки. Ну, хотя бы у нас получилось то, что мы не исследовали чуваков. А я таки не понимаю, как нам починить свой корабль для того, чтобы он был в нормальном состоянии. Обычный уровень, все отлично, теперь шахтеры стоят не так дорого. Оу. Корабль роботов оснащен гарманом механическим захватом. За корпус. Абордаж! Вот это сейчас проблема. Так, чувак, беги. Я тебя умоляю. Я тебя дико умоляю. Так, что у них проблема? Мне совсем не нравится ситуация, к которой мы сейчас попадаем. Давайте ракеты сюда. И. Явно же у них должна быть какая-то... Ладно, давайте все сюда сосредоточим. Огонь. Так. Чувак, убегай отсюда, убегай. Так, пускай чинит. Посражаемся. Я думаю, если у нас все чуваки направятся на ремонт, думаю, мы сможем хоть как-то поддерживать наш корабль. Ну, в более-менее нормальной готовности боевой. Для того, чтобы... Так, давайте-ка прибьем его. Ты у нас что, живой? Так, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Нет, давайте-ка... А вот так, идем сюда. Блин, я не знаю, что делать, по нам реально атакуют. Давайте отправим по ним сюда фиксирующий. У нас не работает очень много всего.
поскольку у нас и шансов-то нету, как таковых, продержаться без воина, который действительно очень просто по нам дамажит, я не знаю. Только в путь, блин, могу это описать, как он дамажит по нам. Так, ну этот чувак у нас пытается защититься, но это особо у него не получается. А ну иди сюда, давай, попробуем подчиниться. Но мне кажется, мы очень сильно проигрываем всей этой... Да, наших бойцов почти не осталось. Я думаю, этот бой мы проиграли. Их корабль целехонький, а наш разнесли на запчасти. Я не знаю, что с этим делать. Давайте перейдем в главное меню и начнем заново. У нас есть уже какой-то опыт, жизнь корабля, бла-бла-бла. Угу. Параметры подстраивать. Все, я понял. Мально, новая игра. Чтобы не париться, мы прокачали себе часть уровня. Ящик Пандоры у нас еще не готов. Можем мы на какой-то другой корабль? Нет, третий уровень нужен. Окей, здесь нужен пятый. Ну, я бы не отказался от того. Корпус, щит. Щит очень слабый. Уклонение слабое. Экипаж, ну, 4 чувака. В принципе, мне нравится. Ага. Ну что, поскольку мы вроде как готовы. И сложность можем выбрать? Отлично. Так, опасность галактики. Я поставил мало, но... Даже не знаю. Максимальная сложность. Интересно, что будет. Если поднять. Давайте вот так вот сделаем. Пускай будет максимальная сложность. Вот 5. Размер галактики 6 на 5. И мы с вами отправляемся в путешествие. О, больше награды. Получаем опыт. А давайте увеличим. Так, стартовые условия богатые, отлично, жизни корабля. Ну, все остальное оставим так же. Ну что, поехали. Посмотрим, чего она вообще даст. Этот вот заход наш. Соглашаемся на контракт, но мы уже знаем. И пойдем погасим пиратов. Отлично, пролетаем. Оценить повреждения. У нас есть повреждения? На 7% единиц? Да вы ладно, что, вы шутите, что ли? А ну-ка давайте, починитесь как-нибудь. Уволить не хочу, тоже не хочу. Чакс. Что за раса такая, мне даже интересно. Ну да ладно. Собственно, не про то, какие у нас тут расы эта игра. Сбалансирован и универсален наш корабль. Ну, давайте отправляться дальше. Я думаю, где-нибудь вот здесь вот мы в самый раз разместимся, приготовиться к бою. Отлично, нас кто-то нападает. И это какой-то такой, знаете, не самый добрый корабль, который мог бы перед нами предстать. Я думаю, отправим... вот так вот, разрушать их системы. А сами сосредоточимся, в моем понимании, мы должны отойти вот так вот. И этот товарищ пускай ползает у нас. А давайте его сюда отправим, я думаю, он сможет чинить. Он у нас воин, как типа как таковой. Фокусированный выстрел. Сдаться... Угу. Давай, берем взяточку. Ну, пускай, отлично. Залатаем дырочки быстренько в корабле. Так, чувак, давай-ка ты сюда. И ты... я не понял. А ты что не хочешь идти? Отправляем наших капитана и инженера. Пускай устранят всю эту неполадку с двигателем. Поскольку это такая вот проблемка для нас. Может, сможем как-то корпус починить? Вот это, блин, меня бесит, что я не знаю, как чинить корпус. Щит нам пробивает, как не знаю. Только так. Все, мы... Ну, отлично, давайте в центральную комнатку, пускай подлечились, и полетели мы дальше. Нетра, отлично, мне нравится, что за Нетра? В пустом секторе шахтерский дрон. А давайте отправляем шахтерского дрона, и надеюсь, нам повезет, и мы наткнемся на большие залежи ископаемых. Вот видите, много. Средняя там его написано, нестабильного. Средняя, мало. А вот, видите, много. Отлично. 3 очки мы собрали, итого у нас 9. Мы уже можем прокачать наши системы, мы как всегда. А вот давайте-ка лучше щит прокачаем. Мне кажется, хороший щит — это залог нашей жизни и успеха, потому что... Я вообще не понимаю, почему я все еще не научился нормально восстанавливать ни то, ни другое. Вот, у меня главный вопрос. Вот это что вообще такое? Ага. Так.
Давайте отправим сюда, и ты у нас сюда пойдешь. Нет, давайте сюда. Посмотрим, можем же как-то, наверное, восстанавливать все, что у нас тут есть. Что вообще? Это дроны, это оружейное, это главный компьютер. О, я не понимаю, как восстановить здоровье у корабля. Ну ладно, думаю, с этим мы разберемся по ходу действия, если это вообще возможно. Опа. А че я тут не был? Хочу посмотреть, что здесь. Боя не избежать. Корабль роботов-бродяг. Нет, что роботы-бродяги меня уже это... Не только пугают, но и подбешивают. Давайте разнесем оружейную систему. И сразу просто сфокусируем на оружейной системе. Ох, пробоина корпуса. У нас как-то два чувака, как раз они должны с этим справиться. Так, ага. Не атакует, если систему дронов не разнести. А где у него система дронов? У него, по-моему, нет системы дронов, и это нас спасет. Давай. Или давай сюда. Давайте разнесем все вокруг, что у него там есть в корабле. Просто разнесем его весь корабль. Я думаю, это нас спасет. А ну-ка, капитан. Залатать дырки. Залатать все. Враг пытается сбежать. Но некуда ему бежать. Мы его разломали. Просто на кучку обломков. 80 жизней у нас. И мы тут чистим свой собственный кораблик. И я думаю, что нам это срочно надо все это восстановить. Все сделать. У нас что, жизнеобеспечение барахлит? Или я не понимаю? Так, ты давай иди сюда. Ты сюда. И ты у нас сюда. Я думал, так будет все получше. Так. Почему у нас красным светится отсек? Вроде все нормально здесь. И здесь все нормально. А ну отойди. Да, вот так. Отлично. Сейчас нормализую, думаю, у меня весь корабль. Что за фигня? Почему она красным подсвечивается? Ну да ладно, давайте перейдем к следующим. Попробуем побиться на следующих планетах. Сюда я не хочу. Опасное излучение. Что нас тут встретит? Корабль непонятно кого. Ну давайте, боя раз не избежать, мы попытаемся повоевать с ними сразу. Так, значит, во-первых, у нас будет фокусированный выстрел. Куда мы его отправим? Где у них дроны? Вот нам сюда надо будет выстрел. Малый луч пускай долбит. Вот такие вот участочки. И мы запустим. Ну все, поехали. Я думаю, наш корабль теперь будет справляться более-менее с такими угрозами. Так, они отправили тоже дрона. Я думаю, стоит одного чувака отправить туда на поддержание. Что у нас там с кораблем? Что наш корабль творит? Что их корабль творит, мне даже интересно. Надеюсь, они не собираются телепортироваться. Что они сделали? Нам это не выгодно. Главное, чтобы они не пробивали нам корпус. Что если они это делают, ничего хорошего. Что такое случилось? У нас тут пожар. Ладно, чувак, справляйся. Ты можешь вот с этим вот справиться? Потуши пожарик, я тебя умоляю. Давай. Да, наш боец справляется с этой миссией. Убивает. Так, проверяем обломки. Отлично, все, беги сюда. Ты справился, да? Эй. Давайте, ребят, чините. Что за проблемы? Почему наш корабль разваливается, вы ничего не можете сделать? Да, господи. Почему вы такая стрёмная команда? Я думал, что вы действительно отличные ребятки и сможете все починить. Но, видимо, это не про вас. Ну? Что за проблемы? Че не чиним-то ничего? Так. Че за проблемы? У нас один чувак при смерти. Ну, иди уже, потуши там все, переделай. Ты нафига в остальном нужно, если не можешь починить этот корабль? Ты же какой-то там чудак, воин, не знаю, кто ты. Отсек нас с дронами починить, иначе это полная какая-то неудача у нас получается. Мы развалимся, если полетим так. Так, корабль. Да ё-моё, чё за бред? Опасное излучение, все, я понял. Давайте свалим оттуда. Так энергетически... Так. Здоровье всех норгов на 30%. Воу. С норгами в самый раз сейчас повоевать. Шахтерский дрон запустим. Давайте посмотрим, на что он способен. И мне кажется, эта попытка будет также не особо удачной. Но по идее мы копим опыт для того, чтобы развиться самим. Получить более крутые кубли. Получить знания о том, как сражаться со всеми на
в этой игре, на этих галактиках, со всеми врагами, и уже вот этот вот накопленный нами опыт поможет нам в дальнейшем. Да, улучшаем оружие. Макс энергии 3. Отлично. Мы, я так понимаю, лучше стрелять сможем. Ох. Ну, чувак, потуши уже. Так, я думаю, стоит тебя на починку отправить. Я вообще не понимаю, что за бред происходит. У нас корпус разрушается постоянно. Я вообще не могу понять, почему это происходит. И за что это со мной происходит. Почему они просто не могут починить кусок этого корпуса? Что за проблемы у них такие? Ну, давайте, может, тут займитесь делом, а, ребят? Что за бред? Ты типа воин, почему бы тебе не заняться... Так. Понятно, что он в абордаж у нас хорошо пойдет. 4-8. А у нас что? Что вообще он делает? Починка. Ремпробоин 10. Тушение пожара 20. Это у нас тушит пожары, хорошо. Ну, я типа устранил все, я так понимаю, дыры на этом корабле. И лучше я ему уже в данный момент не смогу сделать. Так. Станция бета. Все, мы летим на бету, ничего не знаю. Может быть, здесь мы сможем починиться. Картриджи не нужны. Небольшой ремонт. Просто. Просто, да. Мы полностью чинимся, мы готовы отдать за это деньги. Ребят, не переживайте. Давайте еще купим. Так, 3. 4 у него купили. Все, блин, нехорошо, конечно. Так, за 60. Угу. По починке отсеков или латанию пробоин. Неплохо. Так, это какой-то инопланетный чувак. Он у нас... Даже не знаю. Мне как-то... Давайте его возьмем. Так, давайте наймем этого специалиста. Почему? Мы можем себе позволить это все. Пока что у нас есть деньги. Но я думаю, скоро мы их просрем благополучно, как я это делал. Мы полностью отремонтировались и полетим теперь к планетам, тем, которые мы еще не смогли посетить. Так, просканировать корабль. Внезапно оживает его боевой стимул в полной готовности, нацелен на меня. Понятно, принимаем бой. Ну что, раз тут мы нашли то место, где будем чиниться, мы сможем ему ответить, я думаю, нормальный такой вот залп дать. Ну что, поехали. У нас новая часть команды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут всех-то. А ну, нападай, чё за хрень? Кто это? Так, вот это у нас тут инженер. Один чувак у нас сюда идет, помогает с ремонтом. Этот гад у нас, в принципе, тоже может попомогать. Ага, ага. Вот как оно все подло происходит. К нам тут засылают чувака, который начинает пытаться уничтожить всю нашу инфраструктуру. А ну, долбани-ка сюда так, чтобы у них все заело там, заклинило к чертям. Пока он чинит, этот у нас чинит, вроде все хорошо. Так, тебя подхилить не надо. Давай, поменяемся местами. Я думаю, мы сможем справиться с этой угрозой, которая направлена на наш корабль. И никак не хотят они, гады такие. Так, ну блин, эти дроны мне совсем не нравятся. А ну, капитан, давай-ка в другой отдел. Давай-ка ты там поработаешь на компьютере главном. И все замечательно будет. Ты у нас давай сюда. О, да мы, кажется, уничтожили его. Это было несложно. Ну, спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. И вы хотите еще парочку серий. И мы с вами увидимся в следующей серии вот этой вот игрушки замечательной. До новых встреч, друзья. Всем пока. Эй!